Я, знаете, хочу сказать, что мне стыдно, что я живу в такой стране, где вот это происходит. Что, когда я увидела видео, да, хватали здоровенные мужики наших детей, которые кричали, падали, плакали, да. Знаете, я как учитель, я не могу помочь, потому что учитель, он обязан защищать детей. Иначе он не учитель. Я выполняю сейчас свой профессиональный долг. Меня могут за это посадить, арестовать, убить. Мне все равно. Но я не хочу, я хочу быть личностью, вы понимаете? Нельзя это творить. Это были дети, даже если их родители неправы. Никто не имел права так поступать с нашими детьми. Я призываю наше общество спросить по всей строгости закона, а с тех людей, которые отдали этот приказ, да, и те, которые его исполняли.